мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Сегодня расскажу вам о том, что Юлия Барановская не перестает удивлять своими выходками в светском обществе. Ее часто приглашают участвовать в различных программах на телевидении. Уже год ведущая выступает в роли телеведущей в программе «Модный приговор» на Первом канале, где председателем модного суда выступает Александр Васильев. Я получила огромное удовольствие от работы на одной площадке с профессионалами своего дела Велиной Хромченко и Александром Васильевым, сообщала ранее девушка в своем инстаграме. Телезрители привыкли видеть ведущего «Модного приговора», деловито восседающим на троне. Однако в скором времени Александр Васильев лишится почетного места. В студии передачи появятся новые декорации, которые наверняка будут смотреться эффектнее прежних. В популярном шоу Первого канала «Модный приговор» большие перемены. Новые декорации. Впервые за 10 лет эфира ведущие усядутся за один общий стол. Менять привычки сложно. Вот и троица ведущих. Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко и Александр Васильев не сразу одобрили и оценили новую студию. Отметим, Юлия Барановская часто публикует снимки в своих социальных сетях с рабочих площадок со своими коллегами. Уже не впервые поклонники замечают фривольное поведение девушки с коллегами. Последний пост вызвал волну новых обсуждений. На видео четко видно, как Барановская невзначай потерлась коленкой у промежности Васильева, а телеведущий вовсе не против такого беспардонного поведения с легкостью прижимает девушку к себе. Неужели звездной красавице не хватает шумихи вокруг себя и Юлия пойдет на многое ради очередного пиара? Напомним, в интернете не прекращают обсуждать любовный треугольник Барановской, Галкиной и Пугачевой. Но мы с вами понимаем, что все эти разговоры ведутся ради поднятия интереса к этим персонам. И Алла Борисовна живет с любимым мужем Максимом и воспитывает любимых деток Гарри и Лизу. Мы недавно видели, как Максим с Аллочкой вместе поздравляли друзей на празднике. Давайте, как всегда, пожелаем счастья и благополучия семье наших любимых артистов. Всем спасибо за внимание. Ждем вас на следующих просмотрах. Ставим лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на канал. Всем здоровья и благополучия.